Впрочем, на ухищрения родителям школьников иногда приходится идти еще до любых экзаменов. Так, в Новосибирске вынесли приговор по уголовному делу о поддельной прописке. Мужчина хотел с ее помощью устроить сына в популярный лицей. Афера удалась лишь наполовину. Ребенок в учебное заведение попал, а вот у папы возникли проблемы. Выяснилось, что на самом деле посредник не прописывал его в какой-нибудь резиновой квартире, а просто подделал штамп в паспорте. На новосибирца завели уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье – 6 месяцев заключения. С учетом смягчающих обстоятельств, признания вины и положительных характеристик, суд к лишению свободы решил не прибегать. Мошенника, который ставит в паспорта фальшивые штампы, полицейские не ищут по делу. Он прошел как неустановленное лицо.